Шум, гам, полный хаос. Именно так выглядит закулисье юбилея Мурманской области. Там повторяют па, здесь уже примерили костюмы. В стороне тренеры и хореографы еще раз сверяют рисунок композиции. И кажется, никто не понимает, что происходит, кому куда нужно идти, где запевать, а когда аплодировать, все станет ясно после того, как артисты выйдут на площадку. К слову, в представлении визитной карточки Кандалакши задействовано больше 120 человек. Выступать на главной сцене региона доверили лучшим. Каждый муниципалитет должен представить то, чем он может гордиться, и самобытность. Вот в связи с чем мы сами себе определяли те точки, на которые мы будем опираться, и в связи с чем образовывалась наша концепция. На подготовку визитной карточки ушло более 4 месяца. В постановке задействованы спортсмены, артисты, участники хореографических и вокальных коллективов. Выступление «Кандалакшан» будет длиться почти 12 минут. За это время наши земляки продемонстрируют на мурманской сцене все, чем гордится и славится Кандалакша. Тем, что у нас действительно южный Крым Кольского полуострова, у нас красивое Белое море, у нас южные ворота Белого моря. Поэтому мы покажем море. Мы можем гордиться успехами и достижениями наших творческих самодеятельных коллективов. Конечно же, мы их показываем, культуру показываем. Мы гордимся нашими спортивными достижениями. Спорт мы тоже показываем. Но я думаю, что все, что можно, мы вложили в нашу творческую композицию, всю свою силу, душу, эмоции. Величавый, прими поклон от хозяина моря белого. Да от Канды реченьки, чье имечко город славный в дар принял. Ветер в дремучей душе лесной, словно легкой волны поглаживанье. Ах, как нежно звучит, как шелестно, Кандалакша моя, Кандалакша моя, Кандалакша моя, Кандалакша моя. Сердцу грезится, сердцу помнится, когда грустное, когда ласковое. Море осенью дышит с полвицы, Кандалакша моя, Кандалакша.